Привет, друг. Сегодня в лонгшоте по 3 попытки. Кто проиграет, получает 30 вещей. В этой игре участвуют 4 игрока: Джуниор, Джокер, Халк и я. А также вратарь Зверь. Поехали. Как всегда, первый начинаю я. Первый удар с мячом от Найк. Первый мой гол офигенный, такой никогда не было у меня. Уф, молодец, Жель! У меня хорошая техника. Хороший удар. Я забью! Хороший удар. Майклским мячом я забил, что я должен забивать мячом от фирмы Ларсен. Да. Забить, а второй я должен забить. Давай, Джокер! Уф, бля! Братаны! Пить! Лайк хотел! Лайк поставите! Когда будет? После удара Халка я безумно хочу забивать. Тогда забей! Третий круг мячом от фирмы Кипса. В этом ударе я буду использовать на колбу, потому что по заключенным ударом бить ее нельзя. Я не забил даже одного гола. А сейчас забью. Поехали! Молодец! Братани, если я забью, то я выиграю! Давайте еще четвертую попытку. Тогда мы тоже бьем. Ладно. Чуваки, пошла четвертая партия с нашим мячом. Мне нужен этот гол. Я должен забить. О май гад! Или бля! Кто творит кинг? Чуваки, мне нужен гол, и я буду наравне с кингом. Готов? Джуниор, если Халк забьет, то ты проиграешь. Ты это знаешь? Я знаю, я знаю. Давай, Халк. Нет, мимо. Бро, мне нужен гол. Давай, забивай. О май гад, фак! Джуниор забивает! Бро, 30 тысяч, это вообще жестко! О май гад, ёпта! Ты что? А? Ты чё? Кот! О май гад! Видишь это? Thank you.
Джокер, давай сальто назад, последний лечь. Все! Ребята, пока. Спасибо за просмотр. Видите вот эту красную кнопку подписаться? Нажмите на нее, и она станет серой. А также вот этот большой лайк. У нас уже 130. Давайте сделаем это 150. Нажмите на колокольчик, чтобы узнавать новые оповещения о наших видео. Пока! Legacies, fam, ain't see them like a plan. Going out like a Montana, and the killers on the hill. Legacies.